Сегодня у нас 24 октября 2015 года. Вот мы выезжаем из деревни Потеряевка со Сковоречника. Игнатий Иванович, Никита и я, Володя. Вот брат нас Андрей Смирнягин повез со своей женой на газели, решили отвезти. Это у нас все сегодня выезд из Потеряевки. Все, слава Богу за все. Взглянул. Слава Христу. Виктор, блин, не снимай, нет. Снимай здесь. Блядь, я расскажу, садись. Компания. Закрывай дверь. Так, дело мочи. 1 октября 2015 года мы получили часть досок, оплатили полностью, 69 они не могли напилить. И ровно 21 день, то есть 22-го только сказали, кое-что готово, еще 18 дней готово. Нам нужно было 41, дали 51. Мы побыли на лесопилке, посмотрели, действительно, лес везут малого диаметра, и там нельзя даже... Они подошли, говорят, а можно вам по 10 сантиметров? Я говорю, так это уже спички получается. Нам воду задерживать. Нам нужно было договариваться 20 сантиметров, пошло 15. Дальше это уже вообще не о чем говорить. Ну вот привезли мы за два дня, ровно за два дня мы закончили оба пруда. Это называемый лагерный, где крещение идет, и Костровый, да. Симаковский, раньше назывался. Ну вот сегодня ехать договорились, на завтра ехать, как бы, на завтра. Ну, на завтра, мы не знаем, какая погода, я пошел к Вите. Витя категорически, я в интернете, там что-то не могу, то другое. Я не стал говорить, отец сейчас больной, ты поедешь? Машина нельзя ехать там, ну то есть что, зимние шины, я говорю, поставить. Да зимние тоже они сношены, то есть покупать надо. Но явно что, не хочет. Витя как будто совершенно другой человек стал, чего я боялся больше всего. Подмяли, раздавили, изжевали и выплюнули. Ну и все, что рассказывать-то, пошел к Андрею. Машина только вернулась, ей там какие-то делали ремонты там или что-то. Я говорю, как, совершенно нормальная. Заменили рессоры ей. Ну, представь, сколько она съедет. И... Надежда Васильевна там могла поехать, но она не может без этого, чтобы канитель не создать. Она с молочниками. Молочник Игорь, даже молочник главный, и тот через две недели только едет. Ну и вот мы собрались. Что-то она будет за дверку хватать, я знаю. Ядро возьми. Я знаю, что за дверку будешь хватать. Подойдешь, это тебя нет долго. Закрывай, иди с Богом. Чтобы не рвануть машину, когда отъезжает, у нее не получится. Это там особая программа стоит. Ну все, там капуста. Капуста, понимаешь, нет, там на дне капуста. Но надо дверку, причину найти. Ни одной машины нет, чтобы уехала, чтобы она дверку опять не открывала. Ну, молиться только надо, а молитва не помогает. Видимо, что-то заедает в просьбе отказать. Видишь, Игорь привозит батюшки, уже работает. Потихоньку нам доехать в эту трассу, а дальше... А овечка чья-то ходит с Игненком, отбилась от стада давно уже. Ну, это Игорь уже. Что-то там не ладится? Все, что, все, едем, да? Давай, по славу Божию. Попросили благословения. Сам смотри, там обе ведущие включай. Так она и включена уже обе. А у меня передняя и задняя идет. Полный привод. Ты сейчас выскочишь к этому. Посмотри, Володя. Ну что, ты не приехал? Телефон! Вот это как только начнешь, так под телефон. Это сейчас дорога мне, наверное, сильно долбить будет. Говори! За мной нет. Да. Говорите! Вот тут. А вот
чуть-чуть отвлекаете. Говорите быстро. Все, все, отошел. Отошел, только через два дня. Откуда люди? Разные. Там разные. Сельхозные темы, не могу. То ли специально кто-то их занаряживает ко мне. Так, околовите остановиться. Вот здесь. Ну, чтобы он вышел. А вот это одно, скажи, здесь все, чтобы он снимал и на диск, на жесткий диск где-то снимал. Это батюшкин. Иди. И чтобы это, ключ отдай, не забудь. Шарика забрал. И с белым котом подумал, голуби. Голуби, главное у меня голуби. Иди туда. Вы с ними пойдете? Нет, я, кошка нельзя отпустить. Я... Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.